Спокойно, сынок. Я из тебя солдата сделаю. Первую заповедь армейского устава знаешь? Боец должен стойко переносить все тяготы и лишения армейской жизни. Слушай, а ты чё в костюме-то, а? Чё, на службу как на праздник? Другого нет. А давай махнемся, а? Я тебе своё отдам. Ну чё, договорились? Конечно, договорились. Вот ты молодец. Простым сниму? Конечно. Стоять, фрирам! Стоять, я сказал! Спокойно, сынок! Дальше сам дострижу. Вон, вот оно, в костюмчике! Сынуля, у кого девчонки тысяч, а? Только отдыхайте! Я сейчас сам на голову обрею, ты же афганская команда, придурок!